Вас поздравляем от всей души. Спасибо. Счастья, здоровья вам желаем. Всего самого-самого лучшего. Раисе Ивановне Молчковой исполнилось 90 лет именно сегодня, 18 января. С самого утра в ее доме раздавались телефонные звонки с поздравлениями. А чтобы лично сказать несколько теплых слов долгожительнице, к Раисе Ивановне приехали официальные лица. Андрей Миков вручил подарки от Ленинского управления социальной защиты и зачитал поздравительное письмо от президента страны. Вы никогда не боялись трудностей и верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом создавали богатство и мощь страны. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Социальные работники поздравляют долгожителей подобным образом уже несколько лет, а с этого года к ним присоединился Совет депутатов района. Приятно, что у нас есть люди, которые действительно этого заслуживают. Вот. И старшее поколение, которых мы всегда брали пример и будем брать пример. Вот. Хочется, конечно, пожелать еще раз этой семье и этому человеку, Раисе Ивановне, конечно, большого здоровья, крепкого, долгих лет жизни, чтобы все было в этой семье нормально и хорошо. Стараемся оказывать больше внимания нашим юбилярам, долгожителям. Заодно смотрим, как они живут, как себя чувствуют, в чем нуждаются. Ну и в дальнейшем будем, конечно, продолжать такую работу. У Раисы Ивановны двое детей. Сейчас она живет с семьей дочери. Дети и внуки заботятся о бабушке, помогают ей и навещают. Внучка Александра вспоминает, что в детстве любила играть с бабушкой в домино и ходить на прогулки. Сейчас, зимой, Раисе Ивановне тяжело выходить на улицу. Но она ждет весны, чтобы в теплое время года подышать свежим воздухом. Ну, не каждые выходные, конечно, получается, потому что да, ехать из Москвы вполне достаточно далеко, а так, да, периодически мы приезжаем. Ну, не только к бабушке, но и к родителям. В ближайшие выходные вся большая семья соберется, чтобы отметить юбилей Раисы Ивановны. Ну, вообще-то, как всегда, мы каждый год мы ей отмечаем день рождения, когда папка жил. Был жив, мы вместе, мы свадьбу моим отмечали, и серебряную, и золотую. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к поздравлениям и желает Раисе Ивановне крепкого здоровья еще на многие годы. Дмитрий Книга, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».